У хирурга-офтальмолога проблем со зрением нет. Это 3D-очки. 3D-оборудование в городскую больницу номер 4 прибыло на апробацию. Такая практика распространена. Фирма-производитель предлагает врачам испытать оборудование в деле. Сегодня первая операция. Оперируют катаракту. Я думаю, что хорошая аппаратура и пройдет операция нормально. Все, я доверяю врачу. Нужна и важна ли 3D-визуализация во время операции, пациентам понять сложно. Они привыкли доверять не технике, а врачам. И тем не менее, эта аппаратура для офтальмологических вмешательств не просто хорошая, а суперсовременная. С помощью таких технологий работают лишь в Москве и Санкт-Петербурге. Безусловно, это очень хороший помощник в хирургии, как для начинающего хирурга, так и для хирурга-профессионала. И плюс еще заключается в том, что все сотрудники операционной могут видеть, особенно операционная сестра. Благодаря 3D-технологиям хирургу незачем смотреть в окуляр микроскопа. Изображение с помощью видеокамер передается на монитор. Во время передачи изображения с камеры на монитор происходит оцифровка изображения. То есть те моменты, которые раньше в окулярах были недоступны глазу человека, глазу хирурга. Теперь на экране с помощью оцифровки вот эти мелкие детали, особенно на хирургии сетчатки, могут быть доступны. На следующей неделе на этом оборудовании у нас планируется мастер-класс. Приедет краевой специалист, мы будем оперировать на сетчатке. И вот 3D-технология, она как раз в большей степени для заднего отрезка, для хирургии сетчатки, она известна, как известно, она составляет 1/4 миллиметра всего лишь толщину. И вот эти технологии все рассчитаны для того, чтобы максимально безопасно на ней оперировать. Первая операция в 3D-режиме прошла с успехом. Довольны и врач, и пациент. Итоги тестирования будут подробно рассмотрены в краевом Минздраве.